В спортивном комплексе «Сокол» прошел городской смотр-конкурс «Служить России суждено», собравший 6 команд из Сарапула. Традиционно участие в конкурсе принимают старшеклассники и студенты. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит День Героев Отечества. И каждый из вас мысленно представляет себе этого человека. Но мы с вами прекрасно знаем, что сегодня, сейчас наши мужчины находятся, защищая Родину, нашу Россию, в специальной военной операции. Каждый из вас мысленно с ними. Я предлагаю вам сегодняшнее мероприятие посвятить этим ребятам. Конкурс проходит по инициативе Сарапульской городской общественной ветеранской организации совместно с Управлением культуры, спорта и молодежной политики города Сарапула. Придет время, когда и вы встанете на защиту нашего Отечества. И нам хотелось бы, чтобы вы выросли достойными сынами нашей Родины, способными действительно защитить нашу Родину и достойно служить ей. Испытания команды проходили по станциям. Сборка и разборка автомата, надевание противогаза, интеллектуальный конкурс капитанов. Конкурс на лучшую стенгазету, общая физическая подготовка, оказание первой медицинской помощи. Одним из самых эффектных конкурсов была и остается строевая подготовка. Также впервые в этом году к программе добавили еще одну дисциплину – плавание. Оценивают способности юных патриотов и сами ветераны. Конкурс появился в 2013 году и с тех пор неизменно вызывает интерес у подрастающего поколения. Гордость за ветеранов, за то, как они себя показали на войне. И как-то поднимают дух. Такие люди – хороший пример для подрастающего поколения. По итогам смотра конкурса первое место заняла команда школы-интерната номер 19.